до тебя доберемся. Первое название – Сахарный песок. К юго-западу от Марковкина находится песчаная пустыня. Под ней залегает крупнейшее нефтяное месторождение компании «Крал Ойл». В настоящее время оно находится под контролем противника. Месторождение необходимо освободить. Во-первых, чтобы пополнить наши собственные запасы топлива. А во-вторых, чтобы ограничить мобильность армии свинов. Задача – освободить захваченные свинами нефтяные месторождения «Крал Ойл». Приветствую, друзья. Пятая миссия «Свина» и очень даже интересная. В этой миссии у нас появляется, во-первых, у противника тоже что-то появляется. Я только не пойму, что вот это за техника. У нас появляется ракетница. То есть мы можем приобрести ракетницу, но я считаю, что этот юнит, он проигрывает тому же танку. То есть чем ракетница отличается от танка? Она, значит, стреляет не на 7 дальность, а дальность 10 у нее. Мощность у нее, значит, больше выстрела. То есть, значит, урон 8, у танка 6. Но при этом танк стоит 400, а ракетница стоит 650. Танк стреляет, скорость перезарядки 4,5, у ракетницы 6. Броня у танка в 2 раза толще. То есть он стоит дешевле, лучше бронирован, чаще стреляет. Вот, поэтому я думаю, что ракетницы я вообще использовать не буду абсолютно в этой игре. Не оправдывают они цена свою цену. То есть танк в связке с маркопультой — это самое лучшее сочетание. Вот, конкретно для этой миссии, значит, нам понадобится обязательно прицеп запчастей. И мы купим два танка. В прошлый раз я играл, купил ракетницу, но понял, что она того не стоит. Вот, два танка. А, и кстати, очень важный момент. В этой миссии мы столкнемся с минными полями. И чтобы эти минные поля видеть, нам нужно снабдить наших разведчиков, проныр, разведчиков, значит, детектором мин. Позволяет обнаружить установленные противником мины. Прикручиваем. Он стоит 50... Стоит 50 монет, но выбора у нас нет. Тем более, поскольку техника переходит из одной миссии в другую, все обвесы, они тоже переходят из одной миссии в другую. Все обвесы сохраняются, то есть если вы один раз поставили на танк броню, допустим, или детектор мин, то он будет у вас всегда на этом оружии. Вот. И на свежекупленный танк тоже поставим броню. На оставшиеся 50 очков прикрутим броню. Да, пожалуй, вот так. Прицеп с горючим я брать не буду, потому что мы добудем горючее на карте, так же как и боеприпасы. Погнали. Свинские советы. Самоходная крепость очень долго готовится к следующему выстрелу. Индикатор процесса перезарядки выводится в информационном окне в нижней части экрана. Это был полезный совет. Ну, свины, берегись. Кролики идут. Кстати, что я забыл сказать про ракетную установку. У нее есть спецспособность. Залповый огонь. То есть она выпускает одновременно много ракет и бьет по площадям. Вот, но я бы не сказал, что противник очень часто собирается на каком-то маленьком пятачке, чтобы эта способность, она была особо востребованной. Вот, два тягача у нас сейчас как бы окажутся... Какие будут приказания? Лишними, но это ненадолго, потому что мы купим... вернее, мы раздобудем на поле боя боеприпасы... горючие и так далее. Так, берем штабную машину и отправляемся на разведку. Поехали. Не соответствует это названию, то есть у нас есть юниты-разведчики. Эта жара просто невыносима. По прибытию на место сейчас произведу осмотр в соответствии с полученным приказом. Лечу. Отправляюсь. Берем курс к указанной цели.
Давайте атаковать вот эти войска. Хороший план. Подгоняем сюда нашу технику. Перехожу на новую позицию. Кажется, это симпатично. Уже еду. Камера! Мотор! Едем! Хорошо, сейчас все осмотрим. Так, приготовили кулак. Ставим на опоры. Переходим в боевую позицию. Гаубицы. Сейчас эти свины увидят, какой я им гостиниц припас. Везут цель. Ну, думаю, мало не пока. Цель отмачена. Ну что, внимание, свинка усни. Стреляем сразу. Через минуту. Внимание, свинка усни. Одним свином меньше. Так, здесь зачистили удачно. Так, отходим, заманиваем, заманиваем вот этот танк поближе, поближе к нам, чтобы они попали под удар, артиллерии нашей. Хороший план. Направляюсь к цели. Так, а куда они поехали? Вот они стоят. Приступаю к выполнению приказа, сэр. Ладно, погнали в атаку, хрен с ними. Сначала вынесем ракетницу. У нас не настолько уж страшные повреждения. Черт, он применил массовый залповый выстрел, но ничего страшного, справились. Пережили. Думаю, мало не пока. Убираю ноги. Заклевали мы этого монстра. Тяжелый танк Боров. Поехали. Так, ремонтируемся. Какие будут приказания? Жду дальнейших указаний. Кстати, еще один недостаток разведчиков. Помимо того, что у них нет брони, слабая очень броня, как мне кажется, они очень быстро расходуют боезапас. То есть они стреляют часто, а сила выстрела слабая. И потому выходит, что они неэкономно расходуют боезапас. Потому что один выстрел, например, из артиллерийской установки и один выстрел пулеметом из разведчика, он тратит одну единицу боеприпаса. Но одно дело, когда единица боеприпаса уходит на мощный выстрел, другое дело, когда она уходит на слабый выстрел. Кстати, вот в этой вот зарослях я знаю, что есть халявный прицеп. Так, ага, вот танк. Есть халявный прицеп. Берем курс к цели. Запчастей. Отличная идея. Так, давайте сейчас гаубицами ударим резко. Ох, сейчас полетят свиньи. Давайте! Веду! Я атакую меня! Жду указания! Атакуют! Разбирай, ветчина недорезанная. Ну что, пора немного размяться. Везут цель. В атаку! Смотрите, он чинится в это время. Умирают. Так, берем, берем свободный тягач, цепляем прицеп. Ну, дальше кто? Готов к буксировке. Так. Ну, запчастей он практически пустой, этот прицеп. Ну, ничего. Как говорится, дареному коню, в рот не смотрят. Отремонтировались на халяву. И теперь... Убираю опоры! Теперь сейчас берем штабную машину, двигаемся дальше. Двигаться будем вот как раз-таки вот к этому
оазису, и здесь мы должны захватить вот эти вот прицепы с амуницией, с горючим, с боеприпасами и так далее. Эта жара просто невыносима. Потому что если этого не сделать, а поехать отбивать нефтяные вышки, то у нас просто закончится топливо и боеприпасы. Мы не сможем продолжать бой. Нам сперва нужно добыть вот эти ресурсы. Отправляюсь, сэр. Вот где-то здесь минное поле. К указанной цели. Минное поле. Я поэтому подгоняю сюда разведчиков. Отправляюсь. Один из них снабжен детектором мин. О, жарковато здесь. Подгоним. Да, приступаем к выполнению. Подгоним пока всех остальных сюда. Немедленно отправляюсь. Обожаю менять позиции. Тут сейчас должны свою функцию еще выполнить. Один. Да-да, вот как это бывает. Вот они, кстати, обнаружили мины, видите? Обнаружили мины, расстреляли их. Так. Мчусь, как на крылья. Начинаем искать мины. Вот они. Готовьтесь к смерти. Поехали. Сейчас они свое получат. Я буду по тебе скучать, поросеночек. Да-да, вот как это было. Расстреливай Тихо. Мины. Прощай, когда мина взрывается близко к нашей технике, то она приносит повреждения. Скучать, поросеночек. Прощай, поросеночек. Так, все, нас спалили, отступаем. Нас спалили, отступаем. Переходим в боевую позицию. Так, не достают. Гаубицы убираю не достают. Опоры. Подъедем поближе тогда. И они отправились в путь. Все осмотрю и доложу. Переходим в боевую позицию. Часто мы достанем, точно. Вон отсюда. Удалить с поля. Вижу цель. А не поколоть ли нам себе твои длинные? Ой, о, мама! Быстро мы его заклевали. Опять берем разведчиков. Отправляюсь. И отправляемся разведывать минные поля. Это что стоит? Уже в пути. Считайте, что я уже там. Ох, сейчас поехали! Вон отсюда! Удалить с поля! Хорошо! Прыгался, пятачок! Сейчас тебе станет не до смех! Прощай, ветчина недорезанная! Приступаем к изготовлению свиного фарша! Бинго! А вот на пути не скучать! Захвачено! У меня атакуют! Не вижу! Цель! У меня атакуют! Не вижу! Ай! Находимся под огнем, но противника я из них швейцарский сыр сделал. Кто меня атакует? А-а-а-а. Не вижу. Так, опять берем разведчиков и опять... Отправляюсь. Разминируем территорию, потому что мы не можем проникнуть туда безопасно. Нет проблем. Все заминировано. Так, этот пускай, да, закидывает минами. Уже в пути? Считайте, что я уже там. Я буду по тебе скучать, поросеночек. Мчусь, как на крылья. Все, свины, прощайтесь с жизнью. Бинго! Прощай, поросеночек. Ненавижу кролика. Так, отходим. Как скучно. Один из разведчиков стал... Новая партия сырья для бескомбината. Стал элитой или ветераном, не знаю. Да-да, вот как это бывает. У меня атакуют. Не вижу. Направляюсь к цели. Скоро он ее добьет, нет? Вот эту арт-установку надо поближе все-таки подвести. То она не стреляет. Выпускаю ноги. Окей, сейчас все смотрю. Так точно, сэр. Так, вот ракетница.
Я думаю, что имеет смысл. Так, давайте... Лечу, отправляюсь. Давайте Йогу, вот тут мины посмотрим. Партия сырья для лёгких пинок. Прощай, поросёночек. Шага, марш в свинский рай. Допрыгался. Так, разминировали, наши гаубицы разминировали. Вот теперь, я думаю... Нет проблем. Так, здесь тоже. Не могу сказать, что это было слишком сложно. Допрыгался, пятачок. Уже в пути. Сопротивление бесполезно. Так, все. Я думаю, что... Так, подводим гаубицы поближе. Сейчас расстреляем вот эту ракетницу. Уже еду. Занимаю позицию для ведения огня. Через минуту будет свиной шашлык. Она не знает, откуда мы стреляем, и не двигается с места. А нам это и надо, в принципе. То есть, в принципе, ничего хитрого особого нет. Штабная машина подсвечивает противника, гаубицы ее расстреливают безнаказанно. Направляюсь к цели. Считайте, что я уже там. Также расстреливаем и эту гаубицу. Все, дымок уже пошел. Снаряды на исходе. Так. Чао, Белло. Одна из... Обе гаубицы стали элитой. Элита, у них две звезды. Хорошо. Окей, сейчас все смотрю. Новая партия сырья для мяса комбината. Все, Фили, прощайтесь с жизнью. Бинго! Прощай, поросеночек. Прощай, поросеночек. Ну зачем же было разводить такое свинство? Я буду по тебе скучать, поросеночек. Перехожу в мобильный режим. Отличная идея. Там в капонире танк. Немедленно отправляюсь. И миноукладчик. Сейчас мы их тоже расстреляем с безопасной дистанции. Занимаю позицию для ведения огня. Отдохни от мирской суеты. Поехали! Прощай, ветчина недоверная. Бинго! Хорошо! Еще один! Прощай, ветчина недоверная. Нет, не могу сказать, что это было слишком сложно. Берем курс к цели. Отправляюсь. Так, нужно подключать танки. Под огнем? Считайте, что я уже там. Сейчас мы уладим наши. Пора подключать танки. Начало прилетать в арт-установки. Едем. Откуда эти мерзавцы стреляют? Люблю пострелять. Это нам железный клык. Ну, у нас кончились снаряды. Везут. У одной из гаубиц закончились снаряды. Ну вот, как раз нас ждет полный ящик боеприпасов. Мы за ним сюда и приехали, так что все нормально. Сейчас. У меня снаряды кончились. Все, мы зачистили эту базу, как я понимаю. Цепляем тягачи. Двигаюсь по направлению к цели. Вернее, цепляем прицепы. У нас вот этот вот. Ну, слушаю. Вот этот прицеп запчастей, он практически пустой. Давайте его выработаем. Ну, дальше то. Если угодно, могу пару дубов выкорчевать. И монтируемся. Я здесь. Подводим гаубицам боеприпасы. Ну, слушаю. Сейчас добьем этот прицеп и подцепим вон еще один прицеп запчастей. Все, запчасти закончились. Да, цепляем. А вот этот полный запчастей. Шикарно просто. Летю, парю, мчусь как на крыльях. Хотя, знаете, у нас и этот полон. Давайте тогда... Эти запчасти тут оставим. Нет проблем, я и сам туда собирался. И прицепим топливо. Если угодно, могу пару дубов выкорчевать.
Хотя нет, подождите. Как раз таки наоборот. Давайте этот прицеп полный, мы его тут оставим. Если угодно, и выработаем вот этот прицеп. Выкорчевать. Ну, дальше что? Ободаю менять позиции. Поехали! Вон отсюда! Удалить с поля! Ремонтируем разведывательные машины. Мина взорвалась рядом, рядом с моей машиной. Как скучно, легко. Как скучно, легко. Допрыгался, прощай, поросеночек. Как скучно. Надо бы еще попрактиковаться. Поехали. Все, мы окончательно тут зачистили все от мин. Хорошо. Опять придется немножко подлечиться. Какие дела, начальник? Боеприпасы заканчиваются у разведчиков. Да, как я говорил, разведчики, они очень быстро своими пулеметами вырабатывают боеприпасы. В этом тоже их минус серьезный. В качестве боевой единицы они, честно говоря, не очень. Ну все. Перехожу в мобильный режим. Мы закончили обслуживание техники. Теперь можно двигаться к первой нефтяной вышке. Впереди, как обычно, отправляюсь, сэр. Штабная машина на разведку. О, подождите, а ее ведь тоже надо отремонтировать, она тоже у нас повреждена. Поехали. Ух ты, смотрите, какая красотень. Вот танки. Это произведу осмотр в соответствии с полученным приказом. Фантастика. Так. Давай остановимся, сфотографируемся. Я думаю, что стоит обработать из гаубиц. Кому-то сейчас станет не до смеха. Так, подключаем танки. Вижу цель. Ну, покатись. Куда я теперь завтра стреляю? Нас атакуют одним свином. Прощайте, камарады. Они говорят, что воюют лучше нас. Ух ты, тут еще один вагон. Прицеп. Прицеп запчастей. Ну, покатись. Я отправляюсь к цели. Не могу сказать, что это было слишком. Но противника не вижу. Жду указания. Я не разберусь. Собака. Так точно, сэр. Вижу цель. Да не надо. Ну какая что, цель? Пора немного размяться. Мои танки чуть не уничтожили. Мою же. Уже еду. Установку. Окей, выпускаю ноги. Сейчас вы узнаете, что значит нападать на кроликов. Они только умеют, что хрюкать. Вот так не бывает. Так, ну, я не знаю. Этот вагон мы будем... Давайте сделаем иду так, строго по курсу. Чтобы он стал наш. Сейчас он как бы считается нейтральный, как я понимаю, да? Нет, он не нейтральный, он уже... Мы можем за ним вернуться при случае, но нам это будет не нужно, я думаю. Нам хватит одного
прицепа с горючим. Ремонтируемся опять. Я готов. Жду приказа. Жду задания. Слушаю. Убираю ноги. Все, продолжаем движение к нефтяной вышке. Так точно, сэр. Смотрите, какая архитектура интересная. Прошу перевести меня в Арктику. Лечу, вижу буровую вышку. Отправляюсь, сэр. Так, оставляем разведчика здесь. Берем курс к цели. Подтягиваем танки, артиллерию. Нет проблем, я и сам туда собирался. Эй, ремонтнички, сюда! Не понял. Какие проблемы? У меня один из тягачей под присмерть практически. За это придется доплатить сверху. Ты когда ему успела достаться, я не понял. На мины наехал, что ли? Он, походу, на мины наехал. Чиниться. Так, ставим. Слушаю. Ставим на опоры артиллерию. Делаю шпагат. Начинаем работать по танкам. Сейчас вы узнаете, что значит нападать. Думаю, на кролика. Пожалуйста. Припасы на исходе? Ненавижу! Где контакт? Ну что, начнем, пожалуйста. Вот тебе твои звезды. Все бедоси, вода смертный слаг. Припасы на исходе? Один свином генерал. Боеприпасы на исходе, но я думаю, нам их хватит, чтобы по прибытию на место произведу зачистить вот эту нефтяную вышку от свинов. Хотя, знаете, пока работает артиллерия. Я уже еду. Давайте подлечимся. Иду строго по курсу. Подремонтируемся, так сказать. Клыку под дверь подсуну. Раздаем танкам боеприпасы, что они все дружно замигали. Я готов. Вот этот танк, кстати, до сих пор не стал элитой, и этот не стал. Ну, у них все впереди, прокачаются. Так, все пополнили, все танки пополнили боезапас. И мы аккуратненько штабной машиной разведуем территорию. Считайте, что я уже там. Приступаю к выполнению приказа, сэр. Поехали. По прибытии на место произведу осмотр в соответствии с полученным. Вот ракетная установка. Уже еду. Начнем обрабатывать артиллерией. Слушаю. Уже в пути. Окей, выпускаю ноги. Вы совсем обнаглели, поросята. Она нас не видит, мы ее безнаказанно расстреливаем. Иногда, когда их начинаешь долбить издалека, они едут навстречу. Иногда вот просто стоят, видимо, у нее стоит команда просто стоять на месте, оборонять. Снаряды на исходе! Допрыгался, пятачок! Оборонять въезд. Но почему я? Так, пополняем боезапас гаубиц. Он у них тоже
На пределе. Алло, уже. Перезвоните, вас не слышно. Сейчас вы узнаете, что значит нападать на кроликов. Кого бомбят? Только что пролетел самолет. А, он, да, он бомбил штабную машину. Довольно глупо с его стороны. Хороший план. Так, эту вышку, я так понял... Нет, подождите, вышку мы до сих пор не захватили. Считайте, что я уже там. Штабную машину тоже расстреливаем. Ушла, ушла, хрен с ней. Захватываем вышку. К выполнению приказа, сэр. Тут должно... Вот, морковка, все, флаг моркови. Захватили первую вышку. Поехали. Следуем к следующей вышке. Всего их раз, два, четыре, пять вышек надо захватить. Видите, какая большая миссия. Мы... Убираю опоры. Узайди. Иду строго по курсу. Есть, сэр. Пускай, пускай уезжает, мне все равно, мне на эту... Хороший план. Направляюсь к цели. На эту штабную машину по барабану. Считайте, сейчас. Что я уже там. Так, вот мы разведали территорию. Уже еду. Подгоняем танки, артиллерию. А их след простыл. Навигационная система запрограммирована. А вот над моим камином ты не трогал. Меня атакуют. Не вижу. Так, я не понял. Окей. Нас долбят. Тогда нам ничего не остается, кроме как идти в атаку. Вот он тебе даже памятник поставил. У меня атакуют. Не вижу. Да здравствуй, направляй. Вижу паровую вышку. Ну, все получается довольно легко. Че, все? Это все сопротивление? Вышка наша. Все, мы захватили и эту вышку. Иду строго по курсу. Есть, сэр. Отправляем. Хороший план. Так. Немедленно отправляюсь. Кажется, это симпатичное местечко. Направляюсь прямо к цели. Наш летучий отряд. Стандартной схеме. Начинает артиллерия, потом подключаются танки. Все как обычно. Так, а где гаубицы? О, черт, я гаубицы забыл. Убрать. Мобильный режим. Убрать ноги, они там так и стоят. Все осмотрю и доложу. Так, ждем теперь гаубицы. Уже еду. Элита. Звезды на башне. Прокачанные. При прокачке у них сила выстрела повышается. И другие параметры. Окей. Выпускаю ноги. Через минуту будет свиной шашлык. Встречаем танками, раз он поехал навстречу. Конец вам.
Цель захвачена. Вот тот, начнем по залу. Черт, два танка застряли. Похоже, ни у кого из них не прямо мандут. Ой, прости. Mein Lieben. Поехали. По прибытию на место произведу осмотр в соответствии с полученным приказом. Уже еду. Отправляюсь. Куда он долбит? Берем курс к указанной цели. Он пытается отбить свою... Сопротивление бесполезно. Направляюсь к цели. Черт возьми. Уничтожил он зачем-то нефтяную вышку, я не знаю. Чем это чревато? Надеюсь, миссия провалена не будет. Так. Какие будут приказания? Подлечимся немножко. Перехожу в мобильный режим. Подлечились. Берем разведчика, штабную машину, вернее. Считайте, что я уже там. Опа, тихо-тихо, отходим. Приступаю к выполнению. Очень жестко встречают. По прибытии на место произведу осмотр в соответствии с полученным приказом. Берем курс к указанной цели. Ах, как страшно, я весь дрожу. Эль, захватит. Да. Сэр, свин, ты спокойнее. Кранты мне. Считайте, что я уже там. Отправляюсь, сэр. Поехали. Думаю, мало не по прибытии на место произведу осмотр в соответствии с полученным приказом. Лечу. Так вот поодиночке очень эффективно. Уничтожаем. Есть, сэр. Выманиваем. Ух ты, а вот тут сейчас будет очень серьезная заруба. Очень серьезная заруба. Перехожу в мобильный режим. Тут сейчас будет очень опасно. Уже еду. А их и след простыл. И они отправились. Надо в путь. Как-то пограмотнее распорядить. Расставить гаубицы. Так, все, и танки идут в атаку. Цель захвачена. Так, один из танков стал ветераном. Думаю, мало не покажет. Ну что, снял фонарь. Не надо торопиться. Хорошие свины. Умирают. Везут огонь. Думаю, мало не покажет. Ну что, начнем по дамбу. Везут огонь. Я самый лучший. Не могу сказать, что это было слишком плотно. Все получилось довольно легко. Перехожу в мобильный режим. Летю, парю, мчусь как на крыльях. Форсируем мост, захватываем предпоследнюю вышку. Я так понял, основное сопротивление мы уже уничтожили, подавили. Опа, на мину наехал. Тихо-тихо. Жесть. Вот сюда нужно. Берем курс к цели. Разведчиков. Только что наши тягачи нарвались на мины. Кстати, прицеп с маслом, он уже очень плох. Да. Так, у этого разведчика нету.
считаете, что я уже там? Нету детектора мин. О, черт. Я готов. У нас закончились запчасти. Нет, здесь становится жарковато. Легко. Что это было? Жду боевого задания. А, понятно. Легко. Наши танки расстреливают мины и... Есть контакт. Отправляюсь. Прощай, поросёнки. Расстреливаем мины. Надо бы еще попрактиковаться. Как скучно. Я буду по тебе скучать, поросёночек. Так, мне нужно сейчас взять тягач и пригнать сюда прицеп запчастей. Летю, как стадо черепах. Запчасти остались далеко. Навигационная система запрограммирована. Вот они. Да я хоть целый город притащу. Нам придется подождать, пока мы их доставим. Давайте тут, пока он едет, раздадим боеприпасы. Какие дела, начальник? Всем, кому надо. Так, этому не надо боеприпасы, да? Я здесь. Так, прицепили. Я уже еду. Прицепили запчасти. Сдаем боеприпасы. О, черт возьми. Я здесь. У меня еще и боеприпасы тоже кончились. Так, где мы можем боеприпасы найти? Похоже, что у нас плохие новости. У нас вообще нет боеприпасов. Нигде. Да. Вот это проблема. Отличная идея. Нам придется, значит... Вот тоско! Обожаю менять позиции. Нам придется захватывать два укрепленных района при отсутствии запасных боеприпасов. Летю, как стадо черепах. Так, ну зато мы можем хотя бы подлечиться. У нас полный прицеп запчастей в наличии. Ну, будем надеяться, что боеприпасов хватит. Я готов. Дело за вами. Слушаю. Ну стой еще там! Простите? Я здесь? У нас кончается топливо! Так, у разведчика кончается топливо, но топливо у нас, слава богу, навалом. Кстати, прицеп на всякий случай надо подремонтировать. Не хватало мне еще полную цистерну топлива потерять. Все, отправляем разведчика. Считайте, что я уже там. Подошли к пыльной речке. Штабную машину на разведку. Отправляюсь. Так. Камера! Мотор! Едем. Так, а почему вот этот танк? А, это понятно, это разведчик. Танки, разведчики. У нас топливо на исходе. Похоже немножко внешне. Окей, выпускаю ноги. Куда вот поехал? Сейчас эти свиды увидят, какой я им гостиниц прибыл. Я спокойно. Цель захвачена.
Еще порцию снарядов подожди. С кетчупом. Еще порцию снарядов подожди. Квин, ты спокойник. Есть, сэр. Отправляем. Так, ну все, это гаубица обречена. Я готов. Дело за вами. Вот зараза, а вот это очень плохо, то что боеприпасов очень мало осталось у гаубиц. Это самый ценный юнит на самом деле. Хорошо живут на свете вести. Вот тоска. Так, заправляем танки горючим. Топлива у всех уже мало. Дальнейших указаний. Убираю опоры. Есть, сэр. Отправляем. Продолжаем разведку. А, вернее, какая разведка? Хороший план. Нам нужно захватить стенную вышку. Направляюсь к цели. Стоять спокойно! Все, вышка наша. Делаю шпагат. Ну что, по прибытию на место, произведу осмотр в соответствии с полученным приказом. Иди-ка! Мальдлибе! Все, с этим тоже... Убираю ноги. Вопрос решен. Так, вот здесь берем вот... Берем курс. Возвышенно, здесь, я думаю, хороший вид открывается. Есть, сэр, отправляюсь. Хороший план. Так, нет, ни хрена ничего не видно здесь. Направляюсь к цели. Сюда надо, знаете, вообще отправить. Считайте, что я уже там. Учусь, как надо. Разведывательные машины, потому что могут у быть мины. У нас кончается топливо, бензин на исходе. Так, у этих тоже топливо кончается, тогда тоже их заправляем. Я здесь. Берем курс к цели. Если мы пойдем понизу, а я думаю, что, наверное, мы пойдем понизу, то нужно разведать на предмет мин. Ага, вот мины. Уже в пути? Еще один. Прощай, поросеночек. Так, сюда штабную машину давайте. Видите, не отправил я вот этих вот разведчиков. Сейчас бы штабную машину я бы потерял. Приступаю к выполнению приказа, сэр. Не могу обнаружить противника. Лечу. Я не вижу, кто в нас стреляет. Так, подводим танки, гаубицы. Всех подводим. Этих отводим. Нет проблем. Уже в пути? Считайте, что я уже там. У нас топливо на исходе. Переходим в боевую позицию. Мри, паразитер. В атаку. Помоги. Подремонтируем разведчиков. Жду указаний. Простите. Хороший план. Продолжаем разведку местности. Перехожу на новую позицию. Считайте, что я уже там. Приступаю к выполнению приказа, сэр. По прибытии на место произведу осмотр в соответствии с полученным приказом.
Берем курс к указанной цели. Так, вот. Крепрайон. Вот в пути. Отличная идея. Перехожу в мобильный режим. Уже еду. Один из танков я все-таки забыл заправить. У него мигает буква Т. Окей, выпускаю ноги. Разнесу в дребезги. Думаю, мало не покажет. Ну, погодите, пожалуйста. Нах, атакую. Огонь. Вот, кто это? Хороший, сильный. Нахожусь под огнем. Люблю пострелять. Ну, указатель. Нахожусь под огнем, но противника не вижу. Жду указаний. Расстреливаем гаубицы. У нас кончились снаряды. Так, у одной уже закончились боезапасы, у второй мне тоже. Что, пальцем стрелять? Тоже отстреляла последний. Ну, что, все, пока мы не захватим вот эти вот прицепы, гаубицы больше стрелять не смогут. Нас атакуют. Цель захватить. Поехали. Так, теперь надо зачистить вот эту гору. Я знаю, что на этой... Оп, вот, вот. Так, у гаубиц нету. У гаубиц нету боеприпасов. Так что придется работать только танками. Я с ними разберусь. Тупо даем команду всем идти в атаку. В принципе, без проблем справимся. Давайте пока тягачи подтянем. Уже почти у цели. Убираю ноги. Смеховые кальсоны сделай. Берем курс к цели. Так, это все. Уже в пути. Подгоняем опять разведчиков, проверим все-таки на предмет мин. Сейчас тебе станет. Вот мины, пожалуйста. Стреляем сразу. Бинго! Прощай, поросеночек. Сэр, свет, ты покойник. Ну что, начнем, пожалуй. А не проколоть ли нам тебе твои длинные? И они говорят, что я уже еду. Какие будут приказания? Так вот, бесхозный. Да я хоть целый город прикачу. Тягач, цепляем запчасти. Ну и начинаем обслуживание. Имейте в виду, оплата будет по счетчику. Так, вот этому боеприпасы. Вот тоска. Тут же починимся. О, мама! Какие дела, начальник? Так, починились, боеприпасы пополнили. Этих. Ну, слушаю. Гаубицам отправляем. Гаубицы где? Камера! Мотор! Какие будут приказания? Уже почти у цели.
Я готов. Дело за вами. Заправляем танки горючим. Так, этим боеприпасы, гаубицы. А, вот у этого нет топлива. Вот. Я здесь. Все, больше им не надо я ничего. Я уже еду. У этих топлива полно. Какие будут приказания? Вот у арт-остановок его мало. Перезвоните, вас не слышно. Их заправляем. Ну и все, в принципе, сейчас опять берем штабную машину и двигаемся к последней финальной точке. Нам осталось захватить лишь одну вышку. Лечу. Отправляемся. Конец тебе пришел. Берем курс к указанной цели. Так, вот сюда. Танки, артиллерия и так далее. Двигаюсь по направлению к цели. Считайте, что я уже там. Приступаем к изготовлению свиного фарша. Я буду по тебе скучать. Собаки все подходы заминировали, а? Хитрецы. Так, я не знаю, добьют они, нет? Уже еду. Давайте подъедем поближе, окей. Попробуем гаубицу. Выпускаю ноги. Начать обработку. Ох, сейчас полетят. Нет, они дали дёру. По прибытии на место произведу осмотр в соответствии с полученным приказом. Так точно, сэр. Лечу. Отправляюсь. Берем курс к указанной цели. Уже в пути. Убираю опоры. Поехали. Направляют к цели. Я так. На куски разорву. Так. Приступаю к выполнению. Нас встречают уже. Переходим в боевую позицию. Стреляем сразу. Тогда подключаем танки. Лечу. Отправляюсь. Сейчас вы узнаете, что значит нападать на кролика. Думаю, мало. Цель захвачена. Я из вас кроличью рогу сделаю. Ну что, начнём подал. Цель захвачена. В атаку. Думаю, мало. Цель пока. Захвачена. Ну что ж, по крайней мере, воздух свежий. Я с ними разберусь. Что? В атаку. Одна из гаубиц совсем плоха. Черт возьми, они снесли ей башню, но у нас есть запчасти. Починим. Вот ведь залки отберут. Я с ними разберусь. Какого дьявола? Ну и наглость. Да, надо было бы сначала запрограммировать. Сейчас мы восстановим поврежденную гаубицу. Ничего страшного. Я здесь, я уже еду. Мы ее, если... Летю, парю, мчусь как на крыльях. У машины срывает башню, она не может двигаться, но ее можно всегда восстановить. Вот если... Если бы она совсем была уничтожена, то да, это плохо. Все, как новенькая наша гаубица. Кстати, танки вообще не получили повреждений. Все атаки пришлись исключительно на гаубицу. Хороший план. Разнесу вдребезги. Направляюсь к цели. Считайте, что я уже там. Вставайтесь! Простите. Приступаю к выполнению приказа. Не разберусь. В атаку! Я из них швейцарский сыр. Ну что, начнем, пожалуй.
Извини, такая вот у меня работа. Хороший план. Это мы только ведь на полпути. А, ну вот уже вышка. Давайте. Вот с этого обрыва. Ой-ой-ой. Уходим. Поехали. Так, за нами нет погони. По прибытии на место произведу осмотр соответственно с полученным приказом. Отправляюсь. Так, теперь сюда подтягиваем самоходки. Берем курс к цели. Так, самоходки. Убираю ноги. Немедленно отправляюсь. Уже еду. И они отправились в путь. Уже еду. Окей. Выпускаю ноги. Ах, как страшно. Я весь дрожу. Стреляем сразу. Есть, сэр. Отправляюсь. Сайк. Хороший план. Думаю, мало не понравилось. О, мама! Обожаю менять позиции. Командную машину слегонца починим, потому что она всегда действует на острие, мало ли вдруг прилетит. Приступаю к выполнению приказа, сэр. Командная машина может вызвать авиаподдержку, но для этого должны быть лишние очки, которых у нас нету. Получай свинцовые пилюли от доктора Кролика! А нету их, потому что мы все деньги тратим на покупку техники. И я считаю, что это правильно. Стреляем сразу! По прибытии на место произведу осмотр в соответствии с полученным приказом. Сделаю, как могу. О, кто сейчас будет? Берем курс к указанной цели. Жду подходящего задания. Ты ничего и не почувствовал. Снимаю позицию для ведения. Думаю, все мало не пока. Цель! Находлюсь под огнем, но противника не вижу. Прощай, ветчина недорезанная. Так, вот эту гаубицу надо... поближе подвести. Надо вообще обе убираю поближе опоры. Подвести. Камера! Пускай вот тут встанут. Сейчас начнем обработку. А ну, брысь по домам! К меня кто-то стреляет! Что делать? Окей, выпускаю ноги. Разнесу в дребезги. Безнаказанно расстреливаем окопавшийся в танк. Потом и до ракетницы доберемся. Иду строго по курсу. Еду на резервном запасе. Топливо заканчивается и у... тягачей. Допрыгался, пятачок. Так, а где-то мне... у меня не хватает... Ага, марш в свинский рай. Не хватает одного тягача, друзья. Один, два... Ну, дальше кто? А, нет, все. А, все. Да, ну, зачем же было разводить? Все на месте, свинство. Слава богу. И еще порцию снарядов, пожалуйста. С кетчупом. Вот тоска. Подвозим снаряды гаубицам. А вот над моей... Я из них швейцарский сыр сделал. Цель захвачена. И еще порцию снарядов, но почему пожалуйста. Я? С кетчупом. Алло, перезвоните, вас не слышно. Чинимся, кому нужно, даем припасы, боеприпасы. Черт, у нас закончились запчасти. Убираю ноги. Ну, в принципе, уже конец миссии. Справимся, обойдемся. Обойдемся без них. Так точно, сэр. Жду указаний. Берем курс к указанной цели. Так, сюда. Уже в пути. Сюда ставим. Отличная идея. Сюда ставим гаубицы. Направляюсь к цели. Тик-тик. Не могу обнаружить противника.
Слушаю. А где вторая гаубица? Куда поехала, ёлы-палы? Какие будут указания? Жесть. Еду. Я здесь. Жду подходящего задания. Отличная идея. Переходим в боевую позицию. Так, сейчас вынесем вот эту гаубицу. Новая партия сырья для мяскомбината. Черт возьми. Стреляем. Надо было атаковать. Мы под огнем. Не того атакует. Думаю, мало не пока. Они атакуют меня. Находят под огнем, но противника не вижу. Жду указать. Ой, простите. Есть, сэр. Отправляюсь. Сейчас вынесем эту гаубицу на горе. Хороший план. Направляюсь к цели. Да куда ж ты поехал? Ладно, берем танки и дуем на штурм. Хватит. Не будем. Находусь под огнем, точно, сэр. Но противника не видно. Через минуту будет светить шашлык. Бомбовую атаку. Рядом осталось очень мало. Вижу цель. Нам срочно нужен капитан. Эти уроды только грязь разводить умеют. Так, один танк вообще никакой. Я с ними разберусь. Умираю. Вижу цель. А разве ты не нас нос у нас есть? Да, все. Работенка, конечно, не сахар, но кто-то должен ее. Так, и вот последний. Мы сейчас уничтожаем вот эту гаубицу, и миссия будет пройдена. Да, надо было ему сначала попрактиковаться. Поздравляем, миссия выиграна. Миссия выполнена успешно. Нефтяные месторождения снова под нашим контролем. Потерь у нас нет в технике. Уничтожено войск 225. 225 это вместе с минами, как я понимаю.